город Норильск. Николаева Мария, город Подольск. Фуртик Ирина, город Видное. Кондрашова Яна. Люберцы. Весовой категории 63 килограмма. Весовой категории 69 килограмм. Игнатьева Елена, город Крым. Кузнецова Анастасия, город Ступино. Дуброва Анастасия, город Крым. Весовая категория 75 килограмм. Найдёва Александра, город Норильск. Тихомирова Ольга, Купава. Лобова Оксана, город Видное. Андреанова Екатерина, город Люберцы. Щеголева Наталья, город Видное. И весовая категория свыше 75 килограмм. Шеклеева Кристина, город Видное. И Сорокина Любовь, город Кубер. Участникам приглашаются Найдёва Александра, город Норильск. Итак, Найдёва Александр, город Норильск, приглашается ко второму зачёту подхода. Нестерова Екатерина готовится. Верхняя щита. Устроить на штангу 36. Итак, для штанги 36 килограмм установлен, Найдёва Александра приглашается к третьему зачетному подходу. Нестерова готовится. Thank you.
Итак, на штанге 38 установлен, приглашается Нестерова Екатерина, станция Купавна. Первый зачетный подход. Желобкин Альбин готовится. Вес защита. 40 килограмм на штангу установили. Вес 40 килограмм установлен, приглашается на Шелонкина Альбина, город Люберцев, первый зачетный подход. Вес защита. Рожова Дарья. Приглашается к этому весу, город Владимирск. Первый зачетный подход. Аникеева готовится. Вес защита. Аникеева Ульяна, город Владимирск, первый зачетный подход. Нестерова готовится. Вес защита. Нестерова Екатерина. Станция Купавна, второй зачетный подход. Попытка. У Нестерова есть третий зачетный подход. Больше никого не слышит. Она же приглашается на помощь. Установили на штангу 41 килограмм, поступил перед заявкой.
Итак, мистер Екатерина. Третий зачетный подход. Вештан 41 килограмм. Лаврентия Магомедова, пожалуйста. Попытка. Уже Лонкина есть 2 минуты на подготовку. Она же приглашается к этому весу. Третий зачетный подход. А к весу 43 килограмма готовится Гаврилина Мария. Представитель города Подольск. Желудки остался. Итак, вес 43 килограмма установлен, приглашается Гаврилина Мария. Город Подольск. Севрякова Ольга готовится. Вес защита.
Серебрякова Ольга приглашает в вес 43 килограмма. Карцузова готовится. Итак, я сейчас установлю Карцузова Анастасия, представитель города Клина, первый подход. Хуртик Ирина готовится. Держи. Привет, защита. Вверх защита. Шеклеева Кристина приглашается к этому же весу. Севрякова готовится. Попытка. Севрякова Ольга приглашает к этому весу. Шеклеева готовится. Шеклеева Кристина приглашается. Представитель города Лидия, третий за чашу подход. На штанге 45 килограмм. Гаврилина Мария находится. Попытка. 46 на штангу, смотрите.
Итак, Вячеслав Гурсанов, 46 килограмм, приглашает Гаврилина Мария, представитель города Подольска, второй зачетный подход. Картузов готовится. Итак, Вячеслав, 48 килограмм установки, приглашается от Картузова Анастасия, представитель города Клина. Второй начальный подход. Фуртик готовится. Фуртик Ирина, представитель города Витя. Рожок готовится. Гаврилина Мария готовится. Попытка. 49 на штангу, знаете. Итак, для штанга 49 килограмм приглашается Гаврилина Мария. Третий зачетный подход представитель города Подольска. Рожок Анастасия готовится.
Итак, для штанги 50 кг установлен. Рожок мужчина, город родит, первый за чашу подхода. А Никеева и Илья готовятся. Привет, защита. А Никеева Илья приглашает себя принесу. Картузов готовится. Картузов Анастасия приглашает свой 150 кг. Третий за чашу подхода. Фуртик готовится. Попытка. Фуртик Ирина приглашается на помост. Третий зачетный подход. Представитель города Ирина. Дуброва Анастасия готовится. Попытка. 52 стоит на штангу. Итак, на штанге 52 кг приглашается Дуброва Анастасия. Стоит город Клин. Гаврила Валентина готовится. Гаврила Валентина, представитель города Екатеринбурга, за чашу подхода. Николаева Мария готовится. Я первый штангу. Итак, на штангу 55 кг приглашается Николаева Мария, город Подольск, первый начальник подхода.
Вес защита. Тихомирова приглашает к этому весу. Первый зачетный подход. Ружова Анастасия готовится. Никита Ильян представит город Магинск, третий зачетный подход. Дуброва Анастасия готовится. Попытка. Попытка. 57, стоит на штангу. Итак, на штангу 57 килограмм. Приглашаемся на время Валентина. Представитель города Магинска, второй начальник. Thank you.
Вес штанги 58 килограмм. Приглашается Рыжова Анастасия, стоит город Кодинска. Второй, третий зачетный поход. Кузнецова Анастасия готовится. Итак, для штанги 59 килограмм. Первый подход свой сделает Кузнецова Анастасия, город Ступино. Гаврила Валентин готовится. Вес штанги 60 установлен. Приглашаем к первому зачету подхода Адриана Екатерина. Николай Васильевич готовится. Николаева Екатерина, а Мария приглашает в представитель города Подольска второй зачетный подход. Готовится к первому году. Опыт.
Тихомирова Ольга приглашается ко второму зачетному подходу. Андреева Екатерина готовится. Вес 62 килограмма. Первым приглашается Кузнецова Анастасия, представитель города Ступино. Второй зачетный подход. Тихомирова Ольга готовится. Вес 63 килограмма. Свой последний третий зачет подход сделает Николая Мария, представитель города Подольска. Игнатий Лелев готовится. Попутка. 65 на штангу стоит.
Вес штанги 65 килограмм. Приглашается Игнатьева Елена. Город Клин. Первый зачетный подход. Кузнецова Анастасия готовится. Кузнецова Анастасия. Третий зачетный подход приглашается к этому железу. Щелкнула Наталья готовится. Вес штанги установлен 67 килограмм. Приглашается к первому зачету подхода Щелкина Наталья, представитель главной линии. Ломова Оксана готовится. Вес штанги 70 килограмм. Приглашается Ломова Оксана, представитель города Ленин. Первый зачетный подход. Сорокина Любовь готовится. Thank you.
Игнатий Мирин, город Клин. Второй зачетный подход. Щеглова Наталья готовится. Две штанги 71 килограмм. Приглашаю Щеглова Наталья. Второй зачетный подход. Представитель города Вильнюс. Второй зачетный подход готовится. Сорокина любовь приглашается на помост. Второй начальный подход. Игнатия Елена готовится. Штанги 73 килограмма. Приглашается Игнатия Мирина. Представитель города Клин. Щеглова Наталья готовится. Елена справляется с тремя зачетными подходами. Вес защита. 74 на штангу стоит. Вес установлен. Щеглова Наталья. Третий зачетный подход. Представитель города Вильнюс. Сорокина любовь готовится. Thank you.
Сорокин приглашает на помост. Третий зачет на последний квест, это 4 килограмма. Лобова Оксана готовится. Вес штанги 75 килограмм приглашается ко второму качану подхода Лобову Оксана, представитель города Вильни. Кондрашова Яна готовится. У Оксаны есть еще подход, она же приглашается к этому весу. Соревнование еще не принимал участие Кондрашова Яна, который начинает с веса 81 килограмм. Ножи готовятся к следующему подходу. Итак, 81 килограмм на штангу. Последний участник наших соревнований в рывке двумя руками. Кондрашова Яна, представитель города Люберцы. Вес штанги 81 килограмм, приглашается Кондрашова Яна, первый зачетный подход, представитель. Что-то я не пойму. Ну неправильно поставили, ну-ка. Ладно,
Итак, вес установлен 81 килограмм. Первый начать подход, Кондрашова Яна. У тебя там на мужскую штангу показывают. Ты переключал? Будет решение килограмм, может, там будет стоять. Итак, я штангу 6 килограмм установлен. Второй начальный подход приглашается Кондрашова Яна. Напоминаю, 5 минут перерыв между рывком и толчком. Я есть третий зачетный подход. Идет рекорд области 91 килограмм. Остановить на штангу. Итак, две штанги 91 килограмм, третий зачетный подход, свой сделает Кондрашова Яна, представитель города Люберцы. Собственный вес участницы 63 килограмма.
Есть вес защита. На этом выступление в руке первого потока девушки закончено.